Сегодня родились Вивьен Ли, Джо Дассен, Кира Муратова и Ксения Собчак. Но никак ничего общего между ними не нахожу. Вот и верь после этого в астрологию. Посмотрим лучше, что родилось за праздники в алтайском интернете, ведь это иные новости. Знаменитый режиссер Кирилл Серебренников в интервью порталу «Кольт.ру» бросил мимоходом, рассуждая о России. Как они все друг с другом соотносятся? Все эти города, села, мегаполисы, какой-нибудь город Барнаул, в котором театр разорили за ненадобностью, и город Петербург. Конец цитаты. Вот так мы и прославились. Барнаульское сообщество роб-джамперов в контактовском паблике предложило желающим прийти на митинг ЛДПР 4 ноября в обмен на скидку в 20% на прыжок с водонапорной башни. Народ на митинге был, а значит, скидка сработала. Не из любви же к Жириновскому они все туда явились. И еще о праздниках. На ютюбе мощный, смешанный по составу хор полиции Барнаула исполняет пафосную песню о России со словами: «На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент». Название планеты не уточняется. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!